came to this place to hide away in the dark. You tell yourself you need to move on, but when night in the shadows can ease your broken heart. Listen before you move, you shut your mouth. Именно под этот сверлильный станок. Станок очень тяжелый, он весит 45 килограмм. Предварительно этот станок я прикрутил к тумбе, и теперь они как единое целое. И теперь мне не придется таскать этот станок на себе. Он, как вы видите, с легкостью передвигается по мастерской. Вот, и для него вот есть такая ниша. Вот здесь он и будет установлен. Если вам было полезно мое видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Если вас заинтересовали мои станки, ссылку на них вы найдете под видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока!